Дверь вместе с ним. Нормально подбежал, блин. Ложа выкинь. Подправь. Господи, блядь. Пиздючий, меня не хватит начну. МК, раздали контролы. Махи, дай бэр. Махи, дай бэр. Махи, дай, пожалуйста, бэр. Спасибо. Ребашка тела. МК, 3 секунды. Мирай нахуй. Да идите нахуй, короче, все, в пизду нахуй. Падайте, блядь. Съебало нахуй. Что? Сейчас, секунду. А что сейчас произошло? Решили. По-моему. Ну да, фанатик. Фанатик два раза уебал. Урон по законтрольным игрокам Квакалябр 2000, это чем это интересно бьет? Может, пэт? Без... Чтобы пэт бил, мне нужно выделить. У тебя написано, чем я бью? Потому что я хер, у меня даже уешек нет никаких. Мир тебе. У меня нет, но это, наверное, в детле можно отследить. Но я не думаю, что это критично. Сейчас очень много тут будет урона, мне кажется. Написано. Не, в принципе, просто... По чем я могу ударить? Ну, у меня нету ауешек никаких. В какой момент я бью? Это, ну, не доёбка, мне, я хочу узнать. Может, ещё бы когда... это была доёбка? Я не понимал, у нас два демона сейчас в рейде, или мне кажется? Как? Минимум два, а что? А зачем? Да. Два. Одного не хватает? А что тебе? А кто тебе нужен? Не, ну просто я думаю, Дему этот же дает больше, там какой-нибудь Афлик или Дестрик. Нет, 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 нет. А, у тебя да. Топ по ДПСу, два лока, два демона. Кулбан, да? А можно у меня первая пати вместо товара? Прикинь, пожалуйста. Ну, потом усистит. Зачем? Там плюс один крит. У нас, кстати, два ретара в третьей пати. Короче, на бурбах. Там фонари. Три, у нас три. Третьей пати, два ретара. Ну, у нас в каждом пати есть ретар. Такого хилов нет. У нас сегодня их пять штук. Отлично. Давай, чё ты? 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Сбил. Боже. Умираю, прохил. МК 2 секунды. МК. Раздали контролы. Мирай не убейте. И максимальный контрол. Мирай, чтобы он косой никому не сбоял. Контроль лока.
Ну-ка, 2 секунды, как бить могу? Раздали контролы быстрее, по трем пристам. Ничего прохи. Уже вышли. МК, готовьтесь, подойди. Раздали контроль, быстрее законтролили людей. Фонарь прохил, стопнули по боссу, играли все по трэшу. Сейчас кассе снять, что законтролите. А можно дебафик снять, по-братски? Быстрее убили трэш, ёбаный, быстрее все свичнулись, убили ебучий трэш. Еще раз повторяю, все, надо босса играть, по боссу поехали. Добивайте трэш, милите. Босса переводите быстрее, у нас 3 секунды. На пол на драмича. Он означал на трэш, играйте по трэш. Геру, давай. Так, духи пошли. Аккуратно, один полумесяц бежит, другой там около звезды. Духи новые. Да, один около босса побежал в милизону, и второй там в босса бежит. Дай Исаку фонарь. На пол фонаря. Все на пол фонаря. Духи, аккуратно, один под боссом, другой в полумесяц. Один в полумесяц бежит, другой под боссом. Так, духи новые. Один звезде под милизоной, другой не вижу. Там же. Там же, да, два духа там. Взорвали которых нахуй. Молодцы, блять. Уёбки, блять. Даже озвучил. Опять два в звезде духа. На пол дермича. Да, и есть баундер меч. Прохил рейд. Поднимите по хп рейд, пожалуйста. Духи новые, аккуратно. Глю, дай сокру. Один около ромба. Второго не вижу. Бежит полумесяц. Под боссом опять взорвали. Да вы перекалываетесь или что? Кстати, урона меньше. Ну, один в полумесяце, другой, не знаю. Там духов, блядь, взрывают, пацаны. Кто сейчас взорвал под боссом? На конце Беба взорвал. Два духа взорвали. Один Фелиция, блядь, другой. Сейчас посмотрим. На Мирике это не на кастере, нах. Ну, кстати, я не знаю почему, но урона, мне кажется, меньше сейчас от духов, чем было. Потому что под сакрами было, блядь. А, тогда понятно. К там же и не пишет, что взорвал. А Рислин взорвал. Там Атон сейчас напишет. Рислин написано взорвал. Лицо умер от взрыва, не отбежал. Виноват Арислин. Мадон так пишет, я не знаю. Ну, раз пишет, значит виноват. А что такое сила? Ну да, это не Фелиция взорвал. Ну, точно, да, у Арислина в этом полученном уроне. Да, Арислин. Арислин и Бема. Что-то дом не врет. Ну да, и второй тоже Бебы пишет. Калют сдох от Бебы. Я тебя дух добил. Кто-то дух взорвал с тобой, Калют. Что привело тебя сюда? В смысле, нет, вот я смотрю смерть у себя, взрыв духа. Ну вот этого, блядь, которого взорвали в звезде, сука, я озвучил, блядь. В тот момент, когда он появился. Вы стояли, блядь, вот тут вот дальше, били трэш. Вы, блядь, могли отойти нахуй. Смотрите, кто милики?
Вот смотри, я пришел в танке, в звезду. Один дух тут приземляется, второй вот тут. Бля, прям видно, пиздец. Я отвел сюда трэш, вот сюда вот. И смотрю, куда духи идут. Вот работаем, работаем. Центр. Давайте это, давайте сразу. А ближайшего не отбежали. Вообще даже не рыпнулись. Давайте, больше трая, больше минусов. Пора шмот забирать у пацана. Тогда замена точности ТГС чарки сразу. Каску по ДК и лапу. Пять секунд я рыбу не поел. И маны. Дайте, дайте по шаманам МП5. Мы тотемы поставим исцеляющий поток. Ещё раз, что Дель, ты-то хоть глаза разуй, там видишь, ведь в трапе давай, стою. Думаешь? А чё, давай. Поехали. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Было уже вышло. Разбить. Окей. МК 3 секунды. Диспэл. МК раздали контроль быстрее. Ареслина, Ареслина законтрольте максимально. Ареслина максимальный контроль, чтобы он убил. Ну блять, ну ёб твою мать нахуй, ну как блять? Подотали. Верить? Нет, падайте нахуй. Тут, тут, блядь, никак не сыграешь, нахуй. Да я ебал, ну, да какой не сыграешь, нахуй? Ну, смотри, ну, что это за хуйня? Два... А чего они сдохли сейчас? Ну, сейчас я посмотрю. Приз, приз, приз ты их убил. Смотри, вот мы кинули один вихрь на... Кто там был? Протоповер я кидал. Второй на Реслине был от Маси. И на Луне, получается, там либо Чевавин вихрь должен быть, но он танчил. И либо ваш контроль. Ну, а какой контроль может предотвратить вот это дота не, блядь? Оно же шотает. Чума это все пожирающая, но ну, просто спамит и все. Тут, блядь, либо какой-то нахуй, либо сова дополнительная нахуй. Я не знаю нахуй, ну что серьезный контроль какой-то, что, блядь, из вихря он не шотнет. А так он, блядь, в фире он шотает, бегает. В чем там? Видишь, вихрь а тоже с не диспелили случайно? В фире он не может дотать, в фире он может только, блядь, жезлом бить. Но... Такое ощущение, что с Фелицией диспелили. Я палец. Не диспелила точно. Ну да, при стену палец диспелил, он у него есть диспели. Потом Фелиция сдох. По моим стопам идешь, да? Стена. Ну а Феникс, да, просто... Знали, да, диспел по мобам, я дал масс диспел. Не повезло. Сразу момент. Не надо, я всегда точно диспелю. Полежим, резайтесь, ребята, ну блять, ёб твою я мать, нахуй. Там Джайна ждет нас, ёпта, ну вы чё нахуй, быстро. Я как-то... ВХ моё. Я как-то давно предлагал это самое, может всё-таки Чиваву у этого, как он называется, в кота, чтобы он мгновенный вот этот ветерок давал. Он нас трахнет, мгновенно, ВХ. Мгновенно, если объемили зону, а тут в РДД взял, а мне надо там иногда добежать будет, ну это не суть. Можно? Тут а еще код может ебало сломать нахуй без смс-регистрации. Ну, да. Так же как и Мирая, да, в принципе, ну хули. Не, код еще похуже, Берсу нажмет нахуй, в МК нахуй, и да сломает не, ебало не, всем. Код там. Следи. Берсу КД надо ставить перед МК. Берса КД долго сливается в начале. Не коса, которая там... Просто, просто это видишь, это гарантированный вихрь, то есть три вихря. В Рдруе тоже вообще геймплей ломается, когда вихрь даешь. А так он будет танчить, бегать. Адель, Ареслин. Ладно, дайте СС по Ареслину. Квакозябр, дай СС по Ареслину. Даю СС по Ареслину. А тебе есть квак. Все, Адель, давай чё. Бах, на исходные стали. Все на тебе есть. Я только что построил. Эх. Чё, соберись.
перевести нормально, и потом дух отнести. Бога под нос. МК 2 секунды. МК раздали контрол. Бебу не убейте. Бебу контрол максимально. Не убейте же, ёб твою мать. Прохил Бебу быстрее. Беба блайн тоже сливай. Бесполезная хуйня, но вам как это теперь? Блять, у меня его на панели не было. Я типа все слил, кроме блайнда. Ладно, все, хорошо, окей. МК, 2 секунды, приготовьтесь. МК, как сбить ему был? МК сейчас будет с ноги, сколько что. МК, раздали контролы быстрее. Андер, не убейте, или там контролы? У меня игра влетела. Не, в пизду. Я все. Ну, я сдаюсь, нахуй. Ну, это полный пиздец. Ну, гоу побьем, похуй. Что делать? Да хули толку, ну, вот хули, ну. Типа, если нам ДПС хватает впритык, ну. Сейчас, да, блядь, если не добьем, не добьем условные 5%, ну и что потом, нахуй, сожалеть об этом? Падайте, блядь. Иди хоть духов научись. У меня так может окончательно сгорит, я чувствую. Да ее, блядь, нарисовали такие цифры, я хуею, блядь. Духи еще хлопают по 30 тысяч, блядь, пиздец. Я просто, я не представляю, как, блядь, обычные какие-то гильдии будут закрывать, это же вообще пиздец. Хуй кто пройдет. Кто ее сейчас убил? Три гильдии, а да? А нерфи со временем. Леди 4 гильдии убил. 4. Или 5 уже даже. А еще кого же мы, блядь, убили, нахуй? Блять, первую фазу, блять, перевести бессмертие не мог. А еще интересно, вот, типа, убили, да, на первом КД? Ну, по крайней мере, мне так говорили. Не знаю, я не смотрю, не интересуюсь за другими гильдиями, вообще никак, я мне, типа, похуй. Он даже уже на умертвие убили, ясно. Не сеть. Чтобы нормально сейчас переходить без потерь, нам нужен реально еще один друид, который будет циклониться. Ну, типа, я могу зайти на друида, но там ДПСа будет 8к, ну, даже это может... То у нас сейчас получается, что 3 друида, и один из них не может циклониться, потому что он там. Ну, типа... Или если друида циклонят, опять же, некому третьего контроля нету. Типа как варик... Блять, типа... чтобы духов не взрывали, другое дело. А так у нас не из-за этого умирают. Не, ну на второй фазе оно тоже критично будет. Там и духи, это все складывается, прибавляется, блядь. Циклоните на второй фазе нужно. Давайте, ну, соберитесь, блядь. Ну, мы убивали нахуй в одного, нахуй, было нормально, блядь. Соберитесь, блядь, рыбку нахуй покушайте и нажмите кнопки, блядь. Все будет хорошо, нахуй, и включите мозг, блядь. Блядь. На одного босса, нахуй. Я бафнул, сука. Теперь уберитесь с панели, Тимур, в чем проблема, я не понимаю, нахуй. Потом вы вернете, блядь. Еще раз вот тюрьму кто-нибудь бафнет и сразу косарь с ним. А это, блядь, я не буду спрашивать, кто ее бафнул. Я вот ее убирала, и поэтому бафнула случайно, извините. Это сейчас, да. Еще раз. Ну, заебало уже тут меня просто. Вообще на полу. Зеленки все сливайте сходу. Сейчас, секунду, я проверяю шмотки. У меня тут просто слетело все. Дермиш, а, ладно. Да, у нас время много, подождем. Не готов? Подтвердил, да? На стене. Давай, счет. Могилой.
обслуживать. Как раз пить могу. Сбоку стоит слева. МК, одна секунда. Раздали контрол. Мирай, блять, Эристин, максимальный контрол. Не спорить проклятие можно, нет? Подхилить. Диспел, жаба. Можно. Диспел. Ну ладно, я посижу еще 15 секунд. Друиды, блять, снимите ебаные проклятия. В чем проблема, нахуй? Или Рустам. Или Валера, блять, который Эрзан. МК сейчас будет. Раздали контролы быстрее. Иди с попробуем. Не, ну я не знаю, Кирилл, ну типа я фулл дебаф отстоял. Ну серьезно. Просто на ступеньках не постою с дебафом. Я же попросила Калюта сразу. Как только спекнули рейда. Блять, что мне сделать? У меня нету диспела, я не могу тебя продиспелить. Минус ЕП, блять, тому, кто нахуй не диспелит. То есть я получаю за то, что я там слакну, нахуй. Раздали контролы быстрее, все тихо. Реслина не убейте. Отбейте мобу. Сейчас взорвется. Нет. По трэшу больше. Минус 10 секунд. Стопнули по боссу, стопнули по боссу чуть. Стопнули. Трэш быстрее. Все отлично. Переводим босс, переводим, переводим. На дермича на пол. Дермича да диспельте проклятие, кто-нибудь, с локов. Полный на пол дермича. Вера, давай. Раздали контролы. Че за МК, блять, раньше времени, нахуй. Духи аккуратно. Около квадрата где-то там бегают, босс бегают. А, уже взорвали. Да идите нахуй, ебать, ребята, пизду вы конченые, нахуй. Первые же духи, первый же взрыв, нахуй. Те же вы, сука, уёбки, нахуй. Милли, это милли, просто милли. Пиздец, не объяснить мне, блять, я и хуй может знать, блять, что делать нам. Как так, блять, играть можно, нахуй? Вы вообще в экран смотрите, заглядываете, что происходит, блять? Или вы на клавиатуру, блядь, смотрите, нахуй? Какую кнопку нажать, блядь? На ебаном Сирусе, где у всех классов, блядь, блядь, ротация, блядь, 1, 2, 3, нахуй. Либо 1, 1, 1, блядь. Почти у всех классов, не считая Ферала, блядь. Куда вы, нахуй, смотрите, блядь? Объясните мне, нахуй. Это Феникс всех взорвал. Ну, минусовать. Mm-hmm. Минусовать все больше и больше. Если уж все плохо, совсем просто, не знаю, менять человек. Я не знаю, что. Конитесь снятие проклятия, пожалуйста. Проклятие, оцепенение рассеивали. Войт 3 раза, Калют 1 раз. Мася, ты тут? Да ебало уже эта хуйня, блядь. Почему-то у меня Рида пишет, что он взорвал. Не, ну, сами не, видите. Я взорвал. Там в миле появился под жопой, я даже не заметил. Мася, поставь себе рассеивание проклятия. Снимай проклятие с Калютом вместе. Доброй охоты. О, блядь, ладно, все, Финик, иди на замену. Барбарос пришел, пизло. Шипашки будете активнее помогать по трек. Ты рид босса бьешь во второй фазе? Ну да. Мне сказать, туннель босс просто. Я потом и спрашивал. Будем без варвара, пизду. Такие приколы, да. Бля, Барбарос. Как поливать, трэш. Ну а он что, урона многому думаешь давал или что? А, я вижу, да, 9к. Ну да, долго от него не особо много. Как, тыкнуть? Заебала хуйня, ну пиздец, блядь. Красава. А Рид, ты взорвал, а что, не умер никто? Как это получилось? Ну, если рядом с ним никого не было, пускай взрывает, если он не умирает. Под боссом был.
Ладно. Стэн сразу отлетел. Ладно, Барбарос, иди тогда отдыхай. Ну, линканите название проклятия. Буду, нажимай дебаф свое. Просто проклятие все снимай. У нее не отображает. У нее не отображает. Дебаф свое. И там строчка такая синяя. В нее вводи. Книжечку посмотрите, у меня просто не работает. Поставьте хилбот, если буду вас него не может проклятие поставить. Может его взять. Отображает нормально все. Что там отображает? А больше фактор будет давать. У меня тоже без настройки все отображает, всю магию. Болячки. Буду, да, без настройки отображать для каждого класса. Хочу уметь дисполить. У шаманов нужно, по-моему, отдельно настраивать, потому что изначально они не ничего умеют. Ничего не надо настраивать. Короче, у нее не отображает проклятие названия. Скиньте, сука, в рейд-чат, блядь. Проклятие оцепенения. Проклятие оцепенения пиши. Проклятие оцепенения. И все. Нажимай сохранить. И также добавь туда сглаз. И это будет хуйня отображаться. Это который тебе КД на скиллы вешает? Да, на скилл. Да. Так нажмите, не нужны скиллы, нет? Нельзя? Я щиток вешу на себе. Ну ты не всегда видишь. Давай еще фулбаф. 15 секунд все равно придется в кост. Но он не скол, он чисто скилл один. Чисто. Плавки сам возьмешь. Вы серьезно думаете, что он один скилл блочит? Я знаю, это я только что лутал, у меня это только молния. Молния 13, а цепнуха я бил. Не один спел, оно блочит нахуй. У меня, блядь, ну, оно закрывает школу, блядь. Школу, да, либо магию, либо тьму. Я только что бил, можно молнию цепнухой бил. Это нет, дебаф Хэми, когда вешается. Неважно, какие школы, на любую кнопку вешает. Ебаные нахуй. Все, круто, красава, нахуй. Ручи на полыбах и поехали. Ну что, просто диспалили этот баф. Ну, если хотите, можете попиздеть, посидеть, я подожду. А, стоять, чё? Стой, подожди. Секундочку, пожалуйста. Давайте. Ждем, пока рыбу получится. Все. Готов. Давай отчет. Приверженцев активнее заливаем. Одна секунда ДМК. Раздали контроль быстрее. Ондру не убейте, максимальный скор. По Ондру. Чуаву пропил. Все уже вышли. МК честь будет. МК раздали контрол быстрее. Рехи Нондру, максимальный контрол, не убейте их. Блядь, зеленку нахуй. Подошел, убил одного, а нахуй. Ну, КД было. Я скидываю по КД. Не успел подошиться. Мафия БР быстрее, протопауэр. Быстрее, прям быстро. Добейте ебаный трэш, ну ебаный в рот. Ну, блядь, ну пиздец, блядь. Ханты, помогите по трэшу, там нужно со щитами и с уроном, вон приверженец стоит. Рибахните и приставим. МК сейчас будет. Раздали контролы. Мира и максимальный контрол. Максимальное убийство, нахуй. Красавчики, лучшие уёбки, нахуй, на этом, блядь, сервере, нахуй. Что там по трэшу? Ладно, переводите босса. Войд даже БР, когда переведем. По дермичу на пол. Дермич, иди лови босса. Довольно. Пришла пора взять все в свои руки.
Максимально на полу дермича. Геру, давайте в ДПС. Реба в ДК. Фонарь цикл дай. Духи пошли. Один около ромба, другой в квадрат. Оба в квадрат били. Раздали контролы. Мили, так, мили, духи пошли. Новые. В ромбе двое. Один под босса. На пол фонаря срочно. Я уже. Два в звезде. Один полумесяц бежит, Шантед, беги. Бах! 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 Сука! Да вы, блядь, ну я не знаю, нахуй. Да сука, блядь, что за инвалидство, я не понимаю. Блядь, появилось два духа, нахуй. Ну неужели это идти сложно? Я озвучил в звезде, блядь. В босса бежит дух. Я беру. Йоса, падайте, нахуй. А кто поймал сейчас? Калют. Я не знаю, блять, как вам, но мне стыдно, когда я духа ловлю. Позорище ебаное, конченое позорище, аутисты, я не знаю, люди это аутисты, которые ловят духа. Вставать до фул ЕП слепые, просто. Слепые, конченые, я таких не уважаю вообще, я смотрю, я не уважаю, я просто, блядь, в ахуе. Ну, как просто мы смотрю, уже придумали решение. Особенно те, которые больше всех пиздят, блядь, там, нахуй, какие они игроки, блядь, а по факту ловят, блядь, неважно. Раз, два, пять, десять раз поймал, похуй вообще. Стыд, блядь, мне играть в это не хочется вообще. Блядь. Пойдем без мага, нахуй. Позорники ебаные, блядь. Просто нахуй. Вот я вообще ни одного человека не уважаю, который ловит духов, блядь. За одной РТ хотя бы два раза, блядь, и больше, нахуй, неважно. Один раз поймал случайность, блядь, больше одного раза, блядь, стыд, нахуй. Блять, ты очень так говоришь, я уже под стол хочу закопаться, если духа словно. Да при чем здесь это, блять? Я тебе нахуй 10 человек сейчас назову, которые вообще духов ни разу не ловили, блять, не на всех траят, нахуй. Потому что смотрят в монитор. Остальные, блять, пока ДМ. Я бы предложил, вот 500, дальше 800 для людей, 1000, когда фул ЕП не опустят. И просто потом, если еще будет ловить, просто, ну, как бы менять вообще и набирать новых людей. Ну, я не знаю, ну, как еще это объяснить тоже можно. Я тоже не понимаю. Блядь. Нахуй на X2, на X3 такого не было. Тут, блядь, это пиздец. Тут так духи, там на X2, на X3 так духи не выходили. Нет, все равно так не ловили. Позорники, блядь. Фу, блядь, нахуй. Мерзко играть и противно, блядь. Лохом себя чувствуешь, блядь. Просто. Хорош нагнетать. Закрыть не можешь, блядь. Может, без тебя... Все, хватит, Фуд. Мы пришли сюда, что, это сраться или что? Да? Мы это... А что делать? Кликните кто-нибудь. Не спортивный. Спортивный это сидеть 4 часа, нахуй ловить духа, вырову делать. Это по кайфу. Мне, думаешь, приятно? Я нет. Максимум помню, один раз поймал, да и то не услышал из-за того, что там дух шипешный, везде летели цветочком. Слушайте, ну, на самом деле не стоит вот так вот пытаться сейчас загнобить, от этого никому лучше не станет. Да, поймал духа, да, там ну, минусанули ГП, понятно, накосячил. А сейчас ты отстоишь, вот говно поливаешь. Понимаешь? Время взрослый жалко. Взрослый человек, да. Ну, блядь, просто прозевал, допустим. Ну окей, взрослый человек, блядь, когда один и тот же ловит, и вообще каждый пул нахуй, уже начинает напрягать, блядь. Вы забираете не только свое время, блядь, но и других людей, блядь. Имейте уважение к другим людям, раз вы взрослые, блядь. Давайте это бить. Как этот Ванишело, да, СС по Мирай. Кратос на трэш. Я говорю, блядь, просто вот 10 человек не ловит, парни, остальные парни, ловят. Парни, можно саппорт, пожалуйста? Стой, нет, какой саппорт? Там тьму дует. Я тебя, блядь, выпью нахуй саппорт, блядь. В последний раз в жизни ты этот выпьешь саппорт, блядь. Ок. Фласку раз... на попей, блядь, иди бей нахуй. У меня блядь. Звания нет взять фласку. Под стол, блядь. Клемор не нахуй отправлю, блядь. Кислому, дайте да? ГБ кто-нибудь. На, держи. У
Где убрать, чтобы урон... Подожди, один вопрос. Не показывал. Просто да, нет. Спасибо. А Даша у тебя там сейчас? Я не посмотрел. Нет. Причина полна. Только зямба. Давай отчет. Кратис, ты все время трэш бьешь. На второй фазе тоже. Ясно, блять. Взял нахуй, блять, человека, блять, сразу сдох нахуй. Блять, елупень, блять. Раздали контролы. Где бы максимальный контрол? Ты, блядь, сразу не врывайся, нахуй, смотри за гром, блядь. Еще раз сдохнешь, и тебе епа минусовать будет. Дамагер, блядь. Лужа под боссом. Серый, дай БР по ним. Трэш вышел. Вставай. Рибахнули вар. СМК будет. 200. Каз, бейте мобу. Что взорвется? Раздали контрол. Мирай контрол максимальный. И я реслив. Мирай, теряю вообще. На, снова вышли. МК 2 секунды. МК. Создали контроллы быстрее. Продлили контроллы. Прохил Мирая и Чуаву. Блять, ну... Лям остался. Озвучил же заранее, ёбаный в рот, стопните в босс. Нахуй, падайте, блядь. Я хуею, блядь, за 2 секунды, нахуй, до смерти озвучил. Ну ебать в рот, ну нажмите кнопку, блядь, прохила, поднимите его на фулл хп, блядь. Он до половины хп поднялся, блядь. Spirits. Ой, блядь, Масия, блядь, Масия лепесточек, блядь. Ясно, блядь, за 7 секунд, блядь, Мирая похилила только Масия, блядь. Ну, я в это время хилила Чуваву, если б не я, он бы сдох. Но у меня стоял выбор между ним и Мирая. Замечательно, Дэмич. Охуенно. Еще ГДК искать, пизда нахуй занимал это все, блядь. Че, он уходит? Пахать себе себе. Че не встает? Рыбы изи. Класки может обновить все. Масло. 25 минут у меня осталось, по крайней мере. Ну, полома.
Давайте, 10-й трав юбилейный. Давай отчёт. МК 2 секунды. МК раздали контрол. Кратце Фелицу контрол не убить. Наря просто. Трэш добили быстрее. Сизой там уже перерыв 11. Преобразился. Два уже было. Разбейте, мама. Лужи вышли, раздали контролы. Три милика, блядь. Законтрольте. Реслина не убейте. И Фелицу. МК 5 секунд. Лужи аккуратно. МК. Ладно, пусть как остается. МК раздали контроль, Биба не убить. И Фелицию контрол. Два ляма. Я вижу трэш. Ты мне пока. Служи, вышли. Стопните, босс, стопните. Стопните, добили трэш. Все, босса дальше бейте. Дальше босс, нормально. На дермишат можно получить. Еру давай. Да, все пуханы. Духи пошли. Около рамба в мелизоне под боссом два штуки. Ой, блять, под трэшем два штуки. Раздали контролы. Так, духи новые. Один в рамбе опять в мелизону бежит. Другой около квадрата. На пол фонаря. Минус 2 милика нахуй же. Бахнули, наверное, да? Красавчики. Под босса бежит один дух. Умнички, вот еще одного бахнули. Красавчики, лучшие нахуй. Лучшие, блядь. Обожаю, блядь. Падайте нахуй. Сука, первые же духи, блядь. Первые две пачки духов нахуй. Минус 5 человек, блядь. Сука, я хуею, блядь. Вы вообще смотрите в монитор, блядь? Вот мне вопрос к вам, блядь. Вы реально смотрите в монитор? Он, дурак. Тут только что последний. Да, это пиздец, конечно, нахуй. Админы уёбки, блядь. Да ну это убивается, но это не админы. Оно, уёбки, понятно, убивается, блядь. Но ебать там пиздец, 25 человек, что надо, нахуй. Ну надо, ну видите. Надо, чтобы ни один не лутал духа, это на самом деле... Лич, сука, проще убивается, нахуй. Просто нужно смотреть, как бы, ну... И не втыкать. Максимально быстро действовать. Блять, не какой-то РБК, правильно же? Все-таки ЦЛК ХМ актуальный контент. Кто там Дермич, а первого кто хлопнул? На самом деле сейчас, ну, нечего оправдываться ГМами, потому что два духа, два взрыва. Ладно, если бы там полбоя били, бегали, одного случайного словили, легли, а тот. Блин, два из двух. Не-не-не-не. Это вначале это как раз-таки больше всего и хуёво, то, что мы даже одних духов пережить не можем. Что привело тебя сюда? Ладно, в середине. Уже после вайпа духов забывал. Да какая середина? Он, да, я после думаю, вайпа. Да. Он после вайпа, да-да-да. Так, открывайте, вон, блядь, уже гичат, нахуй. Открывайте слепые гичат, блядь, вон, скачивайте, я Реслин вам скинул, блядь, скачивайте и ставьте себе эту хуйню, блядь. Какой гичат?
Ну, Дискорд, замена, Дискорд. Замена моделек, что ли, или что там? Типа, серьезно, Кирилл, ты меня не отменишь, типа, когда уже полпати лежит? Ну, там, там, да, типа, да, лежало. Да, боже, пожалуйста, блядь, вообще нахуй снимать не буду. Идите вы все, блядь, дружненько, знаете, куда нахуй, своей дорогой, блядь. Я, блядь, и говорил нахуй, после вайпа нахуй, лутаете духа нахуй, получаете минус так же, блядь, как и во время пула нахуй. Говорил я такое? Говорил я на прошлой ХРТ такое? Да. Говорил я на прошлой ХРТ такое, ну, или нет? Всем еще раз скажу. То каждый раз после смерти. Давай всем минус о нем. Давай всем. Всем я снимаю, кто взрывает вообще дух. И как ты с лагами будешь мили играть, Кирилл? Я на танке. Ну, я и говорю. Как-нибудь поиграем. С анонсов будем, так что придется самим смотреть. Сейчас мы налутаем духов. А разница, блядь, если его все равно вам анонсят, вы, блядь, не видите, долбоебы, блядь. Ну, сейчас не будет анонсить, и еще больше людей не видеть будут. Хуже знает, я сказал два в рамбе, нахуй, в начале. Этого же и взорвали. Что ты снесешь, нахуй, хуйню пишешь? Какой взорвал, блядь, я взорвал духа, когда лежала половина пати мертвая под лестницей, нахуй. Блядь, не неси хуйни, пожалуйста. Если не знаешь, что говоришь вообще. Да сейчас проще, вон. Я где-то возле танка. У Юли, вон, херня, просто листаешь и все, блядь. Но она, кстати, не записала. Я вот хуею с Дармича тоже, блядь. Дух бежал, нахуй, с квадрата, блядь. С квадрата ебаного, нахуй, до центра, блядь. Он уже должен был заканчиваться. Там один шаг назад сделать. Нет, нахуй, взорвал, блядь. Это Дармичу, кстати, отменил. Тогда уже минусы не ему, блядь, и меня оставь тогда уже, блядь, хули, блядь, пиздец. Раз так уже. Ша ему минусы. ДБМ пулс сейчас нажал. А, у меня система. Ну оно типа в каком плане хорошо, когда даже если после вайпа хлопаешь, типа чтобы люди не расслаблялись, продолжалось обучение, даже да если там... Тренируйся, да. Да так и правильно, так просто и мы и обговаривали. Мне нравится то, что я за какой-то слаг, который нихуя не решает, получаю минус моментально, хуесосы не диспелят, не контролят нахуй, никто за это минусы не получает. За ебучего духа, которого я взрываю после вайпа, я получаю минус. Вот это меня раздражает немного. Да не, это просто звезды. То есть я, блядь, могу типа убить случайно, получу минус. Тип стоит, три кнопки жмякает, даже их нажать нормально не может. И не получает минус нахуй. Говори ты, Фомель. Угу. Мираю нахуй оковы не дает, ебать, минус ему нахуй, сука. Мираю, кацу убил человека, минуса, ебать. А, я Мираю первого приверженца, который с лестницы будет идти, сам закрою. Услышал? Не надо щитом мстителя кинуть. Это же просто не смешно, на самом деле, ебать. Ой, блять, Мираю нахуй, фонарь точнее. С лестницы? Дайте я сесть там, ну, нет, я только один раз закрою. А давайте, может, Бебу назад в это, в мага, у нас магов нету. У нас на пула нет. Магов там больше даст, чем. Пускай будет, нихуя он не больше нас, примерно столько же. Дайте я сесть, Серёж, пожалуйста. Так, что мне скинул, там где-то там хуеникс, так, лидер. Не, первый вот этот кастер, первый по кастер, который с лестницы будет фонарь выходить, я его сам закрою саленсом, чтобы без замедления он дошел нормально, без происшествий. Mm-hmm. Я потерял тарелку. А он сам доходит сюда, я про это. А, ну тогда сам. Если он на хилов идет, конечно. Докастовать он не успевает. Что, если что, я дам, окей. Ну подай. И там не всегда, кстати, кастеры, там мильки вылезают. Нам просто не везет. Добрый, хорошо. Дай. 4 татари на прием. Давай отчет, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Кому-то истерики надо, блядь.
В июле еще поездку на медведя давал, вообще заебись было. Там кастер стоит справа. Да, справа. МК 2 секунды. Раздали контролы быстрее, за контролем 3 хила. Прохил танк. Чувак уже минул. Служи, вышли под боссом. Смотри, я тут, смотри, сейчас ко мне подойдет и грикнешь Феникс, вот этот средний. Окей, окей. Как раз. Колюки, да. А? Не, просто нормально. Не-не, я стакаю раскол, потом иду. Так, бей. Он друг контрол, мы раздали контрол. Когда мне? Ну, когда шлось? Меня... Не-не-не, не меня. А на их баундайн. Давайте Фелицию. Мать, дай БР по Фелиции прямо сейчас быстрее. Быстрее, Мася, Мася, Мася. Ребафнули паладин рейч. Раздали контролы быстрее, почти на массе бля. Три хила ты. Че там по боссу? Два ляма. Трэш быстрее активнее набивайте. Полтора. Есть два. Минус два танка, падайте. Миликов надо между танками распределять, ну, иначе все шотнут. Там дохуя урона, блядь. Да я забрал, блядь, одного фанатика, я хуй знаю, блядь, агро забирайте. Я таунт нажал, блять, сразу двери таунт нажали, или ты фонарь мастаунт нажал, хуёво. Нет, я мастаунт нажал. Смотри, сложила за 0-2, просто два раза по 21к, ебать. Два фанатика, хуй знаю. Что это за бред? Это 0, что ли? Бля, мужики, там Арислин патч скинул, тут духи пиздецкие здоровые. Вы можете поставить, тут сложно взорвать. Да, специально. Патч для убогих называется. Там еще могу патч с зелеными духами. Ну это забавно, на самом деле. Блять, Васи здоровые, ахуй. Блять. Мне там предлагали зеленые духи, а квадратики, блять. Ну вот если надо, я могу поинтересоваться там у ребят, которые мне это предлагали. Я вам скину этот патч. Мне нужен патч. Некоторым патч нужен, блять, чтоб без духов. Есть такая хуйня? Чтоб отрубало духов? Ты с манекен бьёшь, блядь. Ну да. Не, вообще это реально удобнее. А чем отличается сейчас и без духов? Нет, я имею в виду вообще духов, чтоб не было. Не призывай. Да, надо прочитать. Пока не надо. В ружу закинь просто эту хуйню, и там свойства нажмешь, и записи галочку. Там ну, безопасность свойства. Пусть тебе ставят. Да любые, бля, мужики, там духи, я не знаю, если эту хуйню поставить, там вообще невозможно взорвать. Ну какую галочку? Бля, ну там, короче, скрин есть сверху на патч. Да, хорошо. Ну, типа, как эту хуйню делать? А, он типа красный даже. Такой, типа, да, вот? Не, не красный, он обычный, просто здоровый, как мой хуй. Пиздец. Там Фелиция не увеличивается. Вон тоже замена модели по духу. Давай мне трейд. Что, только чтение ставить галочку там, Миша? Да. Не только чтение. Сейчас. А, не, подожди, там записи, по-моему. Сейчас скрин скину. А где Руру находится? У меня такой папки нет. Сейчас я скрин скину. Да, там, Руру. А можно просто глазки открыть, не нужны патчи. Это можно, да. Я ради прикола скачаю. Не, скачаю, это реально, это прикольно. Поставил. Я вот думаю, это костыли. Типа, если кому-то они помогут, это не зашкварно, типа, ставьте. Не знаю, я чисто скачал, чтобы посмотреть, что это за хуйня вообще. Просто да. Ставишь. Ты скрин потом. А я скинул скрин в это, в чат. Как эту хуйню сделать? Нет, как это выглядит? У колют это другой цвет. А, как выглядит? Как красненький большой. Не, он не красный.
Он не красный, он просто обычный, просто большой пиздец. Хорош. Уебись. Так, а как, а где тут запись? Да, ну там в РУ сначала скинь. Безопасность изменить. Ну вот в РУ...